nigga, you can't stop. Загорали, проголодались и кушаем. Всем приятного аппетита, кто кушает сейчас. Ой, так оно на ощупь такое приятненькое. С разных кусочков бедных убитых животных. Интересно. Вообще разноцветная. Такая цельная. Угу. Животное. Настоящая чебурашка. Отдалённый. Что, это тоже кожа? Что это такое? Иди сюда. Пощупай. Только дотронься. Так как наш люлик. Даже лучше. Угу. Она получается тяжелее, да, каракуля? Я уверена, мне бы такая пошла. Ой, боже, с такой брошкой красивой. Брошка? Мужской отдел. Мужские шубы, пожалуйста. Такая же, как у Майкла. Да, и Майкла Джексона. А слышишь, а может Денис тебе шубу хочет купить? Там такие красивые шубы. Сегодня у нас дайвинг. У нас носики у всех погорели. И меня носик сгорел еще. И шкура сгорела. И руки сгорели. Кошмар. И сегодня еще на дайвинг. Главы. Вообще. Как будто отмороженное с мороза. Все. Мы уже все документы подписали, и сейчас будем идти на корабль и дайвинг. Едем на дайвинг. Наши костюмы и баллончики. Маленькие такие. Ой, ветер, правда. Денис отказался. Я тоже стремаюсь как-то. Не знаю. Всем привет, дорогие подписчики. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите, ну что, ставьте лайк и подписывайтесь. Какие умные, капец. На что мы подписались? На канал Оксана Косинёва. Стрёмненько немного, да? Че, не, нормально? Нормально. Все же будет хорошо, правда? Живем и видим. Я, конечно. Сейчас вам дадут. Да, по идее, мы таких рыбок должны увидеть, да? Или это расписано, какие тут рыбки есть в этом море, да? Такие кораллы. Зайчик тоже, ты не бойся, зайчонок. Заюша. Давай. Корабль сейчас.
Леша, на и мои сети. Работа. Оно шатает. Что сюда не делают? А тут тоже не жарко. Ё-моё. Петя, что бьё. Может, надо было носки? Лёша, у тебя есть с собой носочки? Давай полотенце. Вон лекарства, видишь, что же у них есть. Давайте смотреть в окно. Главное не смотреть в окно. Лёша, давай таблетку от качания. Как его зовут, чтобы нам запомнить? А как зовут корабль? Принц Али Ахмид. Леша, как корабль наш называется? Мухаммед Али. Принц. Принц Мухаммед Али. Боксер Мухаммед Али. Принц, да? Вот так вот выглядит наш берег. Пусть бегать, говорит Майк Тайсон. Майк Тайсон. Бегать по воде. Этот отель, который мы видим с нашего пляжа, другой берег получается, который светится вечером красиво. Еще один с нами корабль Queen Jasmine. Еще к одному второй, инструктору. Кентавр. Да. А смотри, как близко мы к другому. И смотри, видите, что мы делаем вообще. Смотри, что... Мы перепарковались, да? Да. Место капитана. Сейчас, подожди. Боже, пиздец. О! Ух, ух! И что, даже на... Что, пристёгивается? Видишь, что там устроено? Вот. 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 Вот
Я одеваться? Я тоже пойду, а попозже можно? Да, будет. Я уже что-то спрашиваю. Алло. А надо маски взять, что? Что с собой? Я ж плавать просто так. Не уже сильно дрожишь? Ты погружаться не будешь? Плавать просто пока нет. Морской котик один. Сейчас Леша покажет тюленя. Покажи. Попробуешь еще раз? Нет. Понятно.
мне уже холодно. Оборвался, трос носа оборвался. О, какой клиент. Рядом второй корабль, по ту сторону коралл, вот так вот привязан тросом. Да и наш пытаются привязать. Что два троса оборвалось, не могут привязать. Сильный ветер и волны, смотрите, какие. Вода очень красивая. Сильный ветер. Что у нас развернуло. Да, у меня тоже была вначале паника, потом адаптация небольшая, минут 5-5. А под водой все очень чудесно и красиво, необычно вообще. Красивые виды, открываются много разных рыб. Так вот, одеваю такие тяжелые железяки какие-то на талию, а потом человек садится по краю и одевать основное снаряжение. Баллон. Холодный костюм. Хорошо в такой маске. Спрыгивай просто. Только видишь. Что, возвращаешься, все. Паника опять. Маски. Что такое? Почему же холодно? О, Алла будет нырять? Серьезно? Алла, ты будешь нырять? Молодец, Алла. Ребятки, я ей не хочу. Я уже напился на сухом этом. Откуда он нас и не слышит? Лёха. Лёша, как? Холодно, ты замерз просто или что? А чё ты так быстро вернулся? Чё так быстро вернулся? Видно ничего.
А, у тебя со зрением вообще ж ничего тебе не видно. И что ему делать? Так. Одни приплыли, вторых сейчас отправляют. Чем нас будут кормить? Смотри, как очищает. Ого! Видно, как море появляется. Море исчезает, море появляется, море исчезает. А вот так у нас загрели руки. И очень болят. И у Макса еще хуже. Это на джип-сафари у нас так руки погорели и носы. И Леша в носике поковырять. И два глазика выколю. Не, не. Палец и уходила. Ну дай банан. Сосочки можно мать. Дай телефон. И вот мы пришли на ужин. Куча всего. Давайте разберем, что здесь. Сегодня почему-то запакованы вот так вот все вилки, ложки. Может, из-за большого количества людей. Здесь морепродукты, салат, туна, тунец, сыр какой-то, курочка и неожиданно рыбка. А что это такое? Почти как рыбка. Клярик? Вот что мы еще набрали. Алла уже и сладкого взяла. И как всегда. Курочка гриль. Леша рыбку вообще себе жареную взял. Тут стейк еще котлеты. Еще что-то непонятно. Это грибы. Это грибы. Да. Это грибы и мясо. Большие разное. Ну, в общем, приятного аппетита. Кто это? Это мы с тобой. А, привет. Привет сообществу. Рад всех приветствовать. Мы находимся в Египте. Сегодня у нас 20 градусов. Очень хорошая погода. Небольшой ветер. 20-30 метров в секунду всего лишь. Тем не менее. И куда-то все наши потерялись. Ни Аллы, ни Макса, ни Саши, ни Леши. Все находятся в разных местах. Вот. Но мы не отчаиваемся, мы сейчас ищем друг друга активно. Да, вот. И делимся впечатлениями отдыха. Так что всем удачи, хорошего настроения. Ставьте лайки, делайте репост.
попчики гуляют. Ой, все-таки настольный теннис — это так хорошо. Весело. Можно пойти еще в коробке попеть. Мы играем в бильярд этим вечером. А ну. Ой, спасибо. Так это что значит? Я ему забил шар. В смысле, и кто выигрывает теперь? Денис пока выигрывает. Ты ему забил шар, типа, да. Свой? Ну, его шар забил. Капец. Да что ж такое? Блин. Конечно, другое дело. Все. А, это значит, что ты стратил? Да, это значит, что он ставит в любую точку. Я ставлю в любую точку. Ничего себе. Черные самые последние. Вот так и мы играем. Я ж только учусь. Я даже правил не знаю. Помню, когда что на надо делать, да? Играл. Плохо, что сюда никто не приходит, как Дэнни не приносит. Ты ж приносит. Оказывается, там так красиво караоке поют. Очень красиво девочка караоке поет. Да я вам снимаю атмосферу вечернюю. Хлопчики бильярд играют. Леша с Деником. Да, типа я тоже понимаю. Что на английский не знаю, то буду подвывать вам. Я Пугачёва. Очень красиво девочка поет. В связи с этим коронавирусом, такое ощущение, что здесь самое безопасное место, и все, короче, выехали, которые не болеют. Очень приятный морской воздух. Молодец, очень красиво спела. Может пойти себе попозорить, а что-то спеть. Едем на обзор, опять экскурсия. Нет, сезонность, как я вам сказала, не, да, не с февраля по середину апреля сезон ветров. Друзья, поздравляю. Наша первая достопримечательность – работающий светофор. У нас их 11, и у нас есть такая традиция. Если мы с вами поймали первый на этом месте, то оставшиеся 10 будут тоже нашими. Египет знаменит, конечно же, и своими пирамидами, и уникальным маслом черного тмина, которого на Ближнем Востоке называют черным золотом. Но, безусловно, для многих людей визитная карточка Египта можно считать Красное море. Красное море считается самым чистым морем в мире. На тротуаре собираются молодые египтяне с чипсами, школы и наблюдают за тем, как иностранки в бикини купаются и принимают солнечные ванны. Какая интересная, красивая вода. Как голубая-голубая. Перепрыгивать вот этот забор, и тогда он будет бесплатный. Купаются здесь люди. Также паркуются яхты. Там дальше корабль-отель. Это военный остров. Так гид сказал. Это какой-то ресторан. Когда мы уже совершим поездку, прогулку после знаменитой набережной, да?
яхтен парк. Яхты паркуются самые красивые и большие, и богатые. Может, по мороженому. А, я же забыла, мне ж муж в жопу. Лешечка, посмотри, какая вода красивая. Боже, и прозрачная. Такая красивая вода. Смотрите, вот домики. В этих домиках можно снять квартиру. 500-600 евро в месяц. Да, вообще. Сейчас в таких и жить можно. Поэтому здесь, ну, на самом деле, это так, знаете, где потом получится. А, там наш автобус. Мечеть. Да. Вот кардамон, это